делаешь? Чего сиду? Тебе моего дома недостаточно? Да. Окей, я пойду дальше рыбачить. Иди. Нет, знаешь, я не буду рыбачить. Ну и не иди. Ну вот я и не буду рыбачить. Ну и не рыбачь. Не буду. Я пойду в путешествие. Ну иди. Ну иду. Иди. Иду. Пока. Пока. А я могу рыбачить и плавать одновременно? Наверное, нет. Интересно, мне еще долго так плыть? Ой, смотрите, видики! Какие милые! Что вы делаете? Хватит пытаться меня утопить. О, корабль! Его однозначно надо осмотреть. Day 2. Day 3. Day 4. Ух ты! Какой маленький, какой миленький! Тут можно обосновать свой маленький домик. Я могу создать свой маленький летний домик! Теперь мне нужно переждать ночь и возвращаться домой. Жаль, что у меня нету кровати. Meanwhile. Без серверов. Уже день. Я уже могу идти домой. Окей, я вернулся. Кто меня ждал? Во всяком случае, я дома, и я притащил с собой несколько интересных вещей. Вау, посмотри на мой дом. Красивый. Ну а теперь мне скучно, пошли гулять. Куда? Туда. В море? Да. Ладно, пошли. Ух ты, смотри, апельсинка. Это же дом ведьмы. Да, дом ведьмы. Давай подойдем поближе. Какие странные вещи в сундуках. Да, только саженцы, деревьев и палки. Да. Кэрон? Кто, черт подери, взрывается? Я сейчас все покажу! Окей, я тут. Кэрен? Эх, вы монстры, да как вы посмели убить моего друга? Что? У меня осталось 2 хп. Я сейчас вернусь домой и покушаю, и всех вас убью.